Всем привет! Друзья, это канал Кикидо. И сегодня мы пришли покататься на гироскутерах, на сигвеях. Камильчик давно мечтает об этой штуке, но ввиду того, что у нас сейчас везде снег, сейчас еще зима, вот. Поэтому мы пока решили прийти просто научиться на этой штуке покататься. Из нас еще никто не пробовал на ней кататься. Я не знаю даже, как это будет выглядеть, сложно это или нет, но говорят, что очень легко. За 10 минут можно научиться. Сейчас мы пойдем, зайдем в этот центр, где эти штуки все, и будем учиться кататься. Вы готовы? Да! Как это заведение называется, мам? Электрокаток. Электрокаток. Давайте, заходите, звоните, звоночек, Камиль, звони звоночек. Дотягиваешься? Да. Нажал? Да, теперь открывай. Сейчас, наверное. Все, погнали. Заходим в бункер. Так. Аккуратно, не упадите. Наверное, где-то в подвале, да. Бомбоубежище. Аккуратно. Давай, мама, помогай. Здравствуйте. Здрасте. Вы через полчаса у вас, да, запись? На 4 часа. Да, да, вам сейчас подождать. Да, ничего страшного, мы посидим, подождем. Можно будет посмотреть? Да, конечно. Спасибо. Что тут у нас? Корпусы, веревки. Куча разных прибамбасов. Да. Защита. Еще камера. Это что? Камера. 4К экшен камера. Это новая камера. Где я? Всякие игрушки на радиоуправлении. Мама. Привет. Что еще у нас здесь? Моноколесо. Русские. На этой штуке тоже катаются? Да, тут отдельно есть. Защиту одеваете? Что у тебя? А почему ты липучка не делаешь? Да, у нее что-то там испорченная липучка эта. Надо поменять ее. Мам. У меня там черный будет гироскутер. Черный хочешь? Черный, среднего. Хорошо, а хорошо. У меня маленький. Да, у тебя маленький, ты же маленькая, поэтому у тебя тоже маленький будет. У Ладина будет зеленый. Зеленый? Вот такой вот. У Ладина будет зеленый. Мы ждем. Это змейка, по которой мы должны были проехать. Мы ждем, у нас сколько еще минут? Не знаю, сказали на полчаса подождать. Да. Ну, уже прошло, наверное, минут 20. Смотри, тяжесть
свою прям на обе. Стой, ровненько. Надави, ровненько. Стой, надавливай, все. Все, может, у него веса не хватает? Он когда держится на поручни, он... А, вес свой отдает на поручни, получается. Попробуй сейчас другой, но это... Не надо вес свой отдавать на поручни. Значит, надо всем весом стоять, своим вставать на ножки. И прям вот на эти, на кончики совсем, на эти, по краям ставить ножки. Понял? И весом всем надавливать. На край, на край. Да? На край. Все, ступней всей встань. Ступней еще. Давай, давай. Ступню вперед. Дальше, вот, давай, молодец. Все, поехал. Кончик, держись. Поехал. Чувствую, что трясет, надавливай, трясет. Надавливай, трясет. Понял? Вторую тоже надавливай. Все. Спасибо. Камиль, а ты думал, что так легко все, да? Во. Вставай, нет, 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 нет. Смотри, ты держишься за поручни, правильно? И тяжесть всю отдаешь свою на поручень. Этого делать нельзя. Надо всю свою тяжесть отдавать на ножки. Понял? Давить на гироскутер надо. Не нужно на весу стоять. Вот. Надави, надави. Вот. И езжай, прям дави на него. Вот, вот. И ни в коем случае свою тяжесть на поручни не отдавай. А то не получится. Давай, разворачивайся. Поехала. Сядь назад. Назад сядь, малыш. Немножко назад. Попку, попку назад, попку назад. Тут мало места. Не, вот, попку назад. Носочком нажимаешь сюда. И рулишь. Рули. А потом уже легко, да? Ну-ка, давай покажи, как ты встаешь. Спокойно. Встаешь одну ножку и вторую сразу. Равновесие. Прям, ну, нет. На, вот. Лифта. Все. Супер, молодец. Сейчас, мама, покажите, да? Так. Ой, Анинка. Сейчас мама будет. Тихо, тихо. Пошире. Так, мама. На тропе учеников. Пошире. А прям прижмите гироскутер. Прижать надо к бокам вот к этим. Вот. Вот. Все, теперь просто носочек вперед и сама ровненько вставай. Наклоняйся немножко вперед. Сама. Чуть-чуть наклоняйся вперед. А я наклонилась. Ну, с носочками вместе. Ты носочки ровно держишь, а сама наклоняешься. Вместе с носочками наклоняйся. Ты должна ехать, а не толкаться, как веслами. Ты же не на ловке. Сейчас. А, наклоняйся, наклоняй носочки вперед. Вот. Пятки поднимай.
назад, вот. Давай, давай. Ну как? Ну вроде прикольно. Еще научиться бы. Ну что, мам, как успехи? Плохо. Закручиваешься? Да, блин, почему-то закручиваю. Вот смотри, почему она закручивается? Потому что ты ногами в разные стороны крутишь. Одной ногой даете больше, чем другой. А, ну получается, когда закручивается, как тут. Мама, если ты его боишься, то он тебя боится. Да? Да. Все, я встряла. Паника. Надо как всего слезть. Видите, друзья, даже маленькая Минка, которой всего 3 года, она уже научилась. А наша мама, которой уже 60 лет, до сих пор не может никак нормально научиться. Нет, слушай, я уже научилась, но я боюсь. Ой. Так, Камильчик упал. А Минка, умничка! Я даже не падаю! Ты даже не падаешь, умничка. Умничка, Аминочка, умничка, молодец. Сильно не катайся. Сильно не катайся, останавливайся на пяточки, нажимая. На... Тебя. Все, остановилась. Сильно не разгоняйся. Все, по чуть-чуть. Останавливайся. Ну что, ребята, наше катание закончилось. Нам очень понравилось. Супер. Сейчас мы пойдем. Нет, не пока. Мы сейчас пойдем в Макдональдс. Да? Пойдемте купим. Камиль с ветерком катался и с ветерком падал. Так же, как и папа. А Минке все понравилось. Ладно, все, отправляемся в Макдак. Ждем маму. Мама сейчас должна нам принести немку. Наша мама идет, она кушать нам несет. Что? А, слушай, даже не мозаика. А что это? Аминка, подожди, папа первый посмотрит. Это там... Просто карточки? И что, это наклейки? Да, наклейки. Камиль да. же сказал вначале, что это наклейки. Давай посмотрим, что за наклейки. Наклейка Бэтмена. Это... Пойди. Она улетела. Ой, кто это? Я все время забываю ее. Это кто? Bad Baby? Bad Baby. Bad Baby. Bad Girl. А это у нас Бэтмен, Bad Girl, Робин. Все вместе. Да, это наклеечки, они выдавливаются. Вон, смотри. Оп. И можно наклеить. Аминка, держи. У тебя то же самое. Что мне нравится, а, смотри, а ты говоришь, они одинаковые. Здесь, смотри, Bad Baby, Bad Girl, а здесь Робин. А, это нижняя часть. Они одинаковые. Робин самый классный, самый веселый персонаж. Но Камильчик его потерял. Да? Камильчик. У нас, да, недавно мы открывали набор Бэтмобиль. Посмотрите, у нас на канале. Вот, и там должен быть такой человечек, Робин. Он эксклюзивный, именно в этом наборе. Мы решили потом его отдельно купить, но отдельно он был слишком простой, без плащика, без всяких, да, этих. Обычная одежда. Обычная одежда, обычная, да. А именно вот в наборе он был вообще классный, эксклюзивный. С плащиком, со всеми, с очками. Но Камильчик его потерял, пришлось нам без него снимать видео. Но тоже получилось неплохо, так что смотрите. Ну что, друзья, наш день подошел к концу. Всем понравилось? Да! Друзья, вам понравилось? Если да, то обязательно поставьте лайк. Пишите в комментариях, катались ли вы на гироскутерах, может у кого-то уже есть свой. Мы очень как учились писать. Как учились, сколько это времени заняло. Допустим, я научился за 10 минут. Камильчик, Камиль чуть подольше. Подальше, Аминка, самое главное, это Аминка сегодня у нас молодец. Она научилась очень быстро. Давай довольно-таки. 5. Давай 5. Тыш! Камильчик тоже давай мне 5.
Вот, но мама тоже немножко попробовала, испытала. Да. Вот, я под впечатлением. Нет, мне мама. Очень понравилось, честное слово. Я себе захотел такую штуку. Вот, напишите нам, какие модели классные. Может, у кого-то есть какая-то, вот, просто по личной практике, может, что-то хорошее, что-то, да? Да, посоветуйте. Какие плюсы, минусы, посоветуйте нам какие-нибудь, потому что мы очень хотим. Наверное, не буду обещать, но Каминчику скоро мы подарим. Да. Ну и Аминке тоже. Не розовый. Но когда не будем говорить, это будет секрет. С русалками. Да. Есть бабочка. Хорошо. Ну что, друзья, всем пока, до новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на красную кнопку и на колокольчик. Всем пока! Пока-пока. Bye-bye!